Hello, everybody! Сегодня мы с вами будем рассуждать на тему того, что нужно ли профессиональному барабанщику знать ноты. Да-да, не ослышались ноты. Наболевший вопрос для всего барабанного человечества. Не только в мире, но и за рубежом. Окей, ноты. Для многих это камень преткновения. Как только ты ставишь какие-то непонятные надписи, народ сразу пугается, сливается. И вообще считается, что выучить длительности нотки и играть партию барабан... Да, кстати, наверное, я немножко начал не с той оперы. У барабанов есть ноты, вот. А теперь продолжаем. Когда ты ставишь барабанные ноты для барабанщика, обычно сразу барабанщики сливаются. Вот. Так в итоге, нужно ли профессиональному барабанщику знать эти ноты или нет? Конечно же, нет. Конечно же, не нужно иметь свой инструмент, свое железо, свой малый барабан, свою педаль. Не нужно уметь играть на барабанах. Профессиональному барабанщику вообще ничего не нужно. Просто чтобы быть профессиональным барабанщиком. Вот он, Господь Бог. И все. Это же профессиональный барабанщик. Что еще для счастья надо? Ну, а если серьезно, то давайте рассудим следующим образом. Сейчас огромная конкуренция. Одни барабанщики в стране, заводы стоят, одни преподаватели, одни ученики. Туда не плюнь, научу играть на барабанах, я мастер. В эту сторону не посмотри, уроки игры на барабанах. Там объявления, сям, в интернет, везде, куда не выходишь. Одни даже в метро предлагают научиться играть на барабанах. Реально вообще, то есть вот абсолютно. То же самое было лет 15 назад с гитаристами, когда заводы стояли, а сейчас барабанщики и заводы стоят. Так вот, из всей этой темы стоит выделить то, что знание нот, оно может вас приподнять в плане конкуренции. Объясню почему. Есть несколько поинтов. Допустим, вы круто играете биты, да, то есть, например, там рок, джаз, фьюжн и так далее. Это дает вам определенные преимущества, то, что вы versatile, универсальный, разноплановый, да. Кто-то, может быть, играет только один стиль, но глубоко в этом копается и, соответственно, делает это профессионально. Но, например, если его попросят записать альбом в стиле фанк, я думаю, там возникнут некоторые траблы, да? Соответственно, таким образом человек теряет работу, точнее, возможность заработать деньги, например. Ну, а вы понимаете, да, в нашей с вами деятельности очень важно быть универсальными, такими, чтобы со всех сторон была возможность... Если работа капает у вас вдруг, там, например, там, записать альбом, прочитать с листа, отправиться в тур, записать свою барабанную партию, передать ее там какому-то другому барабанщику. Или, например, поспорить с басистом по поводу того, правильно ли он играет ритмический рисунок или неправильно. Сочинить всей группой этот ритмический рисунок и так далее. Короче, общаться на одном и том же музыкальном языке. Так вот, это ваше преимущество. Это дополнительный бонус, бенефит, который отодвигает вас, точнее, пододвигает вас на верхнюю позицию, на верхний план. То есть вы становитесь выше, выше, выше относительно всех остальных. И поэтому, если вы не умеете читать с листа, не знаете, что у барабанов есть длительности, ноты, и не умеете их записать, не умеете вообще... То есть, ну, музыка, это не чтение с листа, это все... Ноты — это всего лишь попытка записать эту музыку. И даже один тот же ритмический рисунок, 2 или 3, там, 10 барабанщиков сыграют всегда по-разному, я имею в виду, с разным почерком, с разными оттенками и так далее. Вот. Смысл в другом. Какие преимущества того, что вы знаете ноты? Ну, во-первых, вы начинаете общаться на одном и том же музыкальном языке. Кто бы с вами ни был. Правильно? Правильно. Пианисты, да? Гитаристы, да? Флейтисты, кларнетисты. Да, короче, весь музыкальный мир общается на одном и том же музыкальном языке. То есть, излагает свои мысли на бумагу одними и теми же символами, длительностями, либо теми же самыми нотами. Ну, по сути, в чем разница? Длительности и ноты. Длительность — это то время, которое уходит на длительность той или иной ноты, продолжительность звучания. Можно, если так совсем вот по-простому выразиться, да? А нота — это ее высота звучания, то есть там до, ре, ми, фа, соль, ля, си, в общем-то. Вот. Мы играем длительностями. У барабанов, как правило, нет высотности. Нет, это не темперированный инструмент. У них как таковой высотности нет. Соответственно, мы играем не по нотам, а по определенным длительностям, которые пишутся в виде нот. Вот. Но это я очень по-простому. Давайте там, товарищи с консерватории и прочие всякие, убавьте свой пыл и не это самое, да? Не злитесь, если что-то вдруг не так выражаю. Я для простых людей выражаю мысли. Поехали, ладно. Дальше.
Представьте ситуацию, вы сессионный барабанщик, и у вас капает работа записать альбом. Одна группа вас приглашает с ними записать, вторая, третья, пятая. И вам нужно выучить гору материала. Ну, как вы будете делать? По памяти? Мне кажется, если там даже один альбом брать в кратчайшие сроки, потому что, как правило, никто не дает там размусоливаться на неделю, на две. Обычно это происходит так. Слушай, чувак, запишись с нами. Да, запишу. Сколько ты будешь стоить? Столько-то, столько-то. Отлично, вот наш материал, послезавтра пишем. Ты можешь? Да, я могу. Блин, зачем я сказал, что я могу? У меня же время не только. И ладно, поехали. Фигаришь полотно, прям вот закидываешь все эти длительности, все это основу. Приходишь на репетицию, буквально одна-две репетиции, чтобы подрихтовать. Слушаешь пожелания всех остальных музыкантов, отмечаешь, приходишь в студию и читаешь с листа. Все. Деньги забрал, ушел. Я рассказываю то, как, например, я работаю. И работал. И так с 17 лет, мне 33. То есть с 2002 года я умею читать ноты. Совершенно свободно и бегло. Все началось с того, что... Мне посчастливилось, наверное, послужить в военном оркестре в 2002 году. И, соответственно, я туда пришел просто не зная вообще. То есть, вот, ну, в длительности я тогда учился на втором курсе музыкального училища, я не знал вообще, то есть, вот, для меня это все было впервые. А там была обязательная такая нюанс, обязательный, это чтение с листа. То есть, там никто с тобой ничего не учил, это армия, чувак, там никто не будет с тобой сидеть, рассусоливать тебе и ложечкой кашу туда засовывать в рот тебе. И говорит, да, молодец, Сашенька. Играю, вот это восьмые, это шестнадцатые. Дают кипу такую, говорят, чувак, вот у тебя 5 дней, вот ты через 5 дней должен это сыграть. Как ты это сделаешь? Неизвестно. Но у нас будет генеральная репетиция в пятницу, сегодня понедельник, например. Ты будешь играть. Если ты не играешь, ты будешь там дневальном дежурном пороте месяц, каждый день. Без вариантов, мужик. Окей, ладно, деваться некуда. Сидишь целыми днями, учишь. То есть вот так вот. И со временем я заметил, что примерно через, если ты каждый день практикуешься, то есть читаешь, разбираешь все это, примерно через месяц, через два, через три уже вырабатывается такое, сначала по диагонали читаешь, там ловишь знакомые фрагменты и потом их компонуешь. Вот, вот такая вот история, поэтому армия, это оказывается очень даже здорово для музыкантов. Такая вот, да, тема. Поэтому не бойтесь, барабанщики, пойти и послужить, например, в военном оркестре. На своем собственном опыте вам рассказываю, что для меня это сыграло ключевой фактор в моей карьере музыкальной. Вот. Впоследствии я все закидываю на ноты. Я ничего не держу в голове, крайне редко. То есть все свои прослушивания в проекты, в группы, какие бы ни были, в каких играл, играю, буду играть. Все студийные, сольные, все, что бы не записывал, не играл на барабанах, кавера. Все в длительности, в ноты. Я стараюсь освободить свою голову от ненужной вот этой лишней информации, потому что голова нужна для другого, мне кажется, да? То есть то, чтобы подумать там, вообще как вечер нормально провести. Вот. И, естественно, нет такой задачи запоминать. Потом, чем это еще удобно? Вот представьте, вы пришли в группу, записываете с ребятами сессионный альбом. И тут начинается какая-нибудь возня. Вам говорят пожелания, допустим, там, гитарист сказал свое пожелание, басист, то есть все, вы решили, договорились, послезавтра у вас запись. Приходите в студию, я вам говорю, просто 99% коллективов, с которыми вот, ну, обычно работаешь сессионно, это просто вот гадалки, не ходи. Момент записи, ну понятно, все нервничают, и, короче, история какая? Вот это вот накаляют, так, и мне кажется, ты, там вот что-то, басист, ты не то сыграл, гитарист, и вообще партия не такая. И ребята начинают переделывать свои партии в момент записи. То есть в момент записи гитар, вокала, скрипок, я не знаю, танцев, еще чего-то. И, естественно, это отражается на партии барабанов, потому что то, что вы готовили, ребята кромсают свои партии, они их переделывают. Что делать? Время уже уплочено студийное, да, там платили, вы гонорар, предоплату взяли. По памяти играть, а не, да вы что, там рухнешь, просто по памяти. Естественно, умение записать в данной ситуации, оно будет вашим преимуществом. Вы быстро перекроили, исходя из того, что от вас требуется. Сделали, сыграли, деньги забрали и ушли. И такое было, и было 1000 раз. Еще истории жизни. Однажды, лет 4 назад, взял, наверное, где-то песен 10 записать сессионно. Вот просто спонтанно. Разучил, сделал, пришли, сыграли, записали, все по длительностям, прочитал с листа. Все-все понравилось. Студийное время осталось, наверное, где-то там, ну, какое-то огромное количество времени, даже не часов, а дней. Мы взяли там дней 6-7, наверное. В итоге за 3-4 дня все записали необходимое. Осталось еще 3 свободных дня, 3,5. И мы записали еще сверху 12 песен таким образом. Причем
тот, кто хотел вот этот весь проект, для кого это записывалось, это просто все было, так скажем, ритм напет губами, там, то есть вот таким вот образом я все это записывал и корректировали вместе, а потом просто тупо читал с листа. Это дополнительные деньги, дополнительные возможности. А если бы я не знал длительность, а если бы я не знал, как быть в той или иной ситуации, и, например, у вас какая-нибудь история с такими вот музыкантами, которые там все нервничают перед записью, это абсолютно верно, но к записи нужно быть готовым, и в том числе вы должны быть готовы к такой ситуации, что музыканты захотят перекроить свои музыкальные, там, я не знаю, гитарные, вокальные партии, все что угодно, и это отразится на барабанных партиях, поверьте мне, на 100, на 200, на 500%, на 1000%. Вот. Потом, какие у нас еще с вами преимущества? Представьте, что вас зовут выступить с иностранными музыкантами. Вы нифига не знаете английского. Я больше чем уверен, что большинство... Ну, вы сейчас там будете ругаться, наверное, по ту сторону экрана. Большинство российских барабанщиков хреново знают английский. Ну, чеснок, вот по чесноку. Хреново, потому что, судя по всему, так как... А перевод, а новая школа вышла, а можно с русским переводом. Такая же история с нотами. Не бойтесь учить язык, не бойтесь учить ноты. Ноты, длительность — это язык общения. Вот представьте, вам повезло сыграть, я не знаю, там, с Джо Сатриани, например, или с вашим любым другим музыкальным там кумиром, гитаристом, певцом, а вы нифига не знаете длительности, а вам кладут листок и говорят, вот это твоя ритмическая структура, вот твоя форма песни, и все. И вы просто... И до свидос. А вам бы, например, сделали предложение там еще один концерт, еще тур и так далее, и так далее. То есть это делает вашу жизнь проще, музыкальную жизнь. Это всего лишь способ, инструмент, который позволяет вам разложить все по полочкам, упорядочивать, то есть вот, как бы привести все в порядок, to arrange, да, то есть привести все, положить все на свои места. Не нужно усложнять, не нужно заучивать наизусть. Очень удобно делать скретчи, да, то есть, например, вот мне нравится какая-то песня, я послушаю, вау, здорово, я хочу ее ковернуть, там, сделать барабанный кавер на нее. Я беру, реально слушаю и снимаю 0 в 0, прям копейка в копейку, 99%. Я уверен, что это сойдется. И играю, например, play along, или там play through, или там еще минус, играю эту же партию барабанов, там добавляю какие-то свои фишки. Ну, короче, понимаете, да? То есть у вас появляются options, возможности. И чем больше у вас вот этих возможностей, чем больше у вас этих возможностей вообще, в принципе, как у барабанщика, как у музыканта, тем больше вариантов того, что вы найдете работу. Тем больше вариантов того, что к вам обратятся и скажут, чувак, ты нам нужен, с тобой кайфово работать, ты там не мусолишь сопли. Пришли, записали, потому что, поймите, студии нынче очень дорогие. Студийное время, да? И музыканты, артисты все равно не заинтересованы в том, чтобы немного сэкономить, а лучше заплатить профессиональному барабанщику, который масса преимуществ, масса бенефитов, и таким образом вы экономите на студийном времени. Да тут много нюансов положительных, я вижу только положительные моменты. Это позволяет вам общаться на одном языке со всеми музыкантами вокруг всего земного шара. То есть какая бы национальность ни была, из какой бы страны этот музыкант ни был, Китай, Зимбабве, Уругвай, там, я не знаю, Соединенные Штаты, Германия, Казахстан, Туркменистан, все что угодно, любая страна, вы всегда будете на одной волне, на одной музыкальной волне. Вот. Если вы не знаете длительности, не беда, музыка — это в первую очередь язык общения, да, то есть ваши эмоции, ощущения, но нота — это попытка записать музыку, которая облегчит вашу музыкальную жизнь и поможет вам в карьере. Поэтому никогда не бойтесь начать, это несложно, не стесняйтесь. Если нужна помощь, поддержка и ноты, поверьте, это очень легко. Обращайтесь, я вам подскажу, как это сделать. Есть масса методик, которые позволяют в кратчайшее время освоить умение читать с листа, умение записать любые ритмические рисунки, брейки, соло, все что угодно, перенести на нотный стан, на бумагу, и научиться это все играть. На это не нужно 10 лет, 5 лет. Обращайтесь к вашим услугам. Зовут меня Александр Филиппов. Спасибо за внимание, хорошего настроения, и увидимся с вами снова. Пока!